Так, народ, всем привет. В общем, видео на такую тему, что следует сделать, когда вы прокачали тормозную систему, чтобы в дальнейшем у вас вот этот вот штуцер открутился легко и без проблем. Потому что если вы его оборвете, сорвете, резьба останется внутри, это будут очень серьезные проблемы. Возможно, вам придется поменять сам суппорт. В общем, ребята, вы прокачали тормозную систему, все. Дальше берем шприц, любой. Дальше мы берем шприц и видим, ребята, то, что здесь у нас в штуцере осталась тормозная жидкость. Это остаток. Вот видим, я засунул иголочку, и она прям уровень полный. Ее нам следует откачать полностью. Так, все, ребята, мы откачали. Далее что? Далее, ребята, берем смазочку любую, какая у вас есть, но только не ВДшка. ВДшка, она как жидкий ключ, она не идет для этих целей. И, ребята, задуваем в суппорт. Немножко смазки. И можно здесь вот, где резьба. Вот я прям его заполнил весь. Далее все протираем. Остатки. Если куда-то попало не туда. Все хорошенько вытираем. И далее одеваем колпачок. И все, ребята, для чего это было все сделано? Когда вы прокачали тормоза, у вас там осталась жидкость внутри. Тормозная жидкость. Она, соответственно, в контакте с воздухом, у вас металл будет покрываться коррозией. Это раз, это по-любому, это так и есть, это так и работает. У вас внутри будет образовываться коррозия. Потом она будет давать окись, будет окисляться сам алюминий, сам суппорт, и будет ржаветь сам штуцер. И, соответственно, где у вас прижим, у вас все закислится. И, ребята, вы уже не сможете выкрутить его. Вам нужно будет прикладывать большие усилия, или, возможно, надо будет греть. А в худшем случае вы его оборвете, и вам не повезет. Так что вот такая процедура занимает 5 минут. И все, ребят, и у вас все будет без проблем. Но на это люди большинство забивают, не уделяют этому внимания. И вот обрывают суппорта. Но на мотоцикле не такая часто, конечно, причина. Но, однако, на этих суппортах я вот еле выкрутил штуцер, еле открутил. Соответственно, я его почистил там, сейчас там все чисто и все ништяк. Все, ребята, всем удачи, всем пока.